сейчас мультику фурнитуру. Сняли всю фурнитуру, сломанную Джессик. И теперь что-то принесли. Коробку. Это старая фурнитура, она новая. Совершенно новая. Ты знаешь, что это? Я пока это все уберу. Все на помойку. И вот у нас совершенно новый комплект, который мы сейчас будем ставить. Начинаем. Ножницы. Собираем ножницы. По этой схеме, которая написана FB. FB это габарит створки. 482 минус 400 в нашем случае получается 82 мм. На концах делаем с помощью шаблона два отверстия. Здесь у нас габарит створки, то есть это самый большой размер, 1190, а мы 400 вычитаем, то получается 790. Эту штуку нам сейчас не нужно. Давай, одевай. Нет, не сюда, вот сюда. Давай, стукивать надо. Ножницы мы ставили с этой стороны. Где у нас уголок? Обратно ставим уголок. Заводим его. Вот этот язычок выдвигаем максимально далеко. Надвигаем на него вот эту штуку. Мать, не получилось. Но, в общем, смысл в том, что люк держится цапфу, а я заколачиваю. Она заколотила. Все, пускай. Все. У нас теперь механизм единый. Понесите шпонки. Тем временем мы достаем клюк. Вставляется, мы сейчас прикрутим и будем регулировать. Вот эти не вертло положение. Оно максимально у нас поджато и выходит. В это положение затягиваем этот винт. Он должен пробить стенку. Все. Немножко галер. Тяга. Угловая передача. Да. Сейчас соединяем и смотрим, где у нас середина ручки, будем ставить туда приемник. Смотрим, чтобы у нас в открытом положении шпингалет не вылазил за пределы створки. Здесь еще что-то можно посмотреть, чтобы эта штука находила между двух упоров. Закидываем ручку. Надо придется ее маленько подфрезеровать. Да. Чуть ниже ручки сделали еще одно отверстие. Ну, получается, здесь у нас середина будет прижим, и здесь будет середина прижим. Кажется, я что-то выстрелил. Эта штука, она всегда на... Ну, как она не вытаскивается? Давай попробуем вытащить как-то ее, что ли? Ну, каким-то механизмом. Может, ее еще раз посадить? Ну, давай, кстати, же неси. Давай вытаскивай. Чего? Язык вот. Продолжим направление, да. Все. Кстати, еще. Без него только теперь. Пускаем. Пускаем. Оп, все. Где шпоночка? Вот она. Все. Вот эту, кстати, шпоночку не забудь закрыть. И у нас останется петли. Петли на створке. Специальный такой ограничитель. Лево-право. Сейчас пойдем его крутить. Сейчас здесь закрытим и идем в створку работать. Что затягиваем? Вот он. Так, сейчас проверим все, как работает. Ничего не болтаться. Угу, все откидывается. Все четко. Ставим нижнюю петлю. Чтобы нам посмотреть. Вообще по нормативу снизу 100 мм отрезается резинка.
Все, можно идти вешать. Соплетка 2.